Компания Fanta Wild Animation представляет. Продюсер Мин Кли. Автор сценария Ай Хуа Юн. Режиссер Мин Куан Хэ. Композитор Ю Жуо. Приключения мастера кунг-фу. В предыдущей серии. Еще шаг, и ты проиграл. Ты заслужил свой приз. В 3 ночи в тренировочном зале. Сегодня мы осуществим наш план. Что ты знаешь об этом мальчишке? Скоро он будет в наших руках. Мы приведем его к вам. Знак полярной звезды. Так ты поможешь мне спасти родителей. Ты должен видеть в манекене живого противника. И мы слышали, как он назвал его Полярисом. 8-я серия. Как же больно! Учитель, я закончил! Куда же он делся? Как же я устал! Нужно отдохнуть! Эй, кто там? Выходи! Перестань бездельничать! Да, учитель. Ты слишком медленный. На твоей руке муха может выспаться. Быстрее! Еще быстрее! Еще быстрее! Все, стоп! Показываю еще раз! Теперь ты! Удар в висок. Хофен, какие у нас сегодня планы? Кажется, где-то рядом будет турнир по кунг-фу. Точно, нужно поучаствовать. Эй, осторожней! Прости, Шалун, но я с тобой не иду. Thank you.
Учитель? Я закончил. Учитель! Золотые браслеты. Красивые. Они защищают твои руки и усиливают удар. Замечательно. А можно и мне такие? Нет, не сегодня. Но почему нет? Когда ты закончишь обучение, тогда я тебе их подарю. Но разве я мало тренировался? Очень мало. Я слышал, что этот свиток кунг-фу раскрывает секреты алмазного кулака. Ты только подумай, ты мог бы завладеть свитком. Сразу изучить все его слабые места и победить. И тогда ты бы мог завладеть всей деревней. Да, потому что тогда я буду самым великим воином кунг-фу. Да-да, именно так. Так что же ты от меня хочешь? Подойди поближе. Похоже, это хороший план. Позову-ка я своих братьев. Ничего себе сигнал! Доброе утро, учитель. Иди за мной. Есть. Сегодня мы начнем изучать технику алмазного кулака. Наконец-то. Но ты сказал, что мне нужно еще поработать с манекеном. Деталями займусь я. Просто следуй моим наставлениям. Да, учитель. Сначала я покажу тебе, смотри внимательно. Алмазный кулак происходит из слияния инь и ян. Наноси удар быстро. Пока ты быстрее противника, то каким бы стилем он ни пользовался, ты победишь. Чтобы правильно применять эту технику, нужно собрать всю свою энергию для атаки. Наноси удар так, чтобы противник не понял, что происходит. Используй этот стиль против всех врагов. Его можно применять против любого противника. Пойдем. Стой! Поставь руку так. А стопу передвинь. Еще раз. Еще раз. Неправильно. Еще раз. Еще раз. Нет. Ты меня огорчаешь. Ладно, извини. Я, похоже, увлекся. Давай так. Когда ты закончишь это упражнение, я угощу тебя твоим самым любимым блюдом. Согласен? Хорошо. На, держи. Ты их заслужил. Ура!
угощу тебя любимым блюдом. Он обещал мне клёцки, а сам напился. Следи за манерами, меньше ворчания и больше такта. А кого-нибудь еще это здесь волнует? И тут тигр настигает свою добычу. Если применять стиль разных животных, можно драться со скоростью света. И не забывая о защите, это универсальное средство для защиты и нападения. Учитель, о чем ты? Ну, ты видишь, смотри, на что это похоже. Тигр настигает добычу, видишь? Смешно. Очень смешно. Да, это похоже на то, что ты сказал. Ты тоже это видишь? Это напоминает мне прием «Ветер шевелит бамбуковую рощу». Да. И вправду похоже. Ты быстро схватываешь, парень. Очень быстро. Не могу поверить, что ты видишь образы в облаках. Надо же! Это потому, что дух кунг-фу живет повсюду. А ты уверен, что повсюду? Если я съем эту рыбу, это тоже будет кунг-фу. Сейчас я тебе покажу. Смотри. Когда ты ешь рыбу, то сначала убираешь косточки. Занимаясь боевым искусством, ты избегаешь силы противника и ищешь слабые места. Моя рыба. Замечательно. Попью-ка я вина. Подожди. Смотри, ты тянешься к горлышку бутылки. Ты держишься за него, как будто душишь. А это самый эффективный способ обезвредить противника. Да. Наверное, я пропущу обед. Наблюдать значит бороться. Наблюдение – целая стратегия. Когда ты проигрываешь сильному противнику, то исследуй каждый его ход. Хофен, я знаю ресторан, где подают клёцки. А далеко идти? Нет, совсем рядом. Это лучший ресторан в округе. Пойдем. А что же значило «атакуй уверенно»? Все, пойдем. Свобода! Пойдем, Шалун! Наконец-то мы сбежали от этого маньяка и можем нормально поесть! Ой, как же вкусно пахнет! Вот это я понимаю! Ты все время о еде. Разве у тебя нет других интересов? Моя цель – стать дегустатором. Я хочу отведать все изысканные блюда и познать искусство наслаждения. Да ладно тебе. Что, не веришь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот там пирожки со свининкой и черными грибками. Что? Ты узнаешь запах грибов? Клёцки, пирожки со свининкой, очень вкусные. Ну что, я был прав? Было бы здорово, если бы ты повел нас к ресторану, полагаясь на свой нос. Ха-ха, дилетанты!
Так, иди вперед, я чую жареный лук и куриный бульон. Остренький, мой любимый. Давай быстрее. Лей нас заметят. Поторопись. Я ничего не вижу. Аромат все усиливается. Поверни вот здесь. Мы пришли. Здравствуйте. Нам миску бульона с клёцками. Нет, даже две. Рисовые пироги. Сладкие, горячие. О, рисовые пироги. Надо же. Ах ты, подлый здоровяк! Нечестно нападать сзади! Что ж, вижу, ты немного выучил кунг-фу. Хочешь поиграть с дядей Рыком? Вернись, куда же ты? А ты смелый мальчик. Ну что, готов? Да! Ты быстрый, но это дело не меняет. Не поймал. Смеешься? Ты не можешь вечно уворачиваться. А вот он я, Капуша, и мой алмазный кулак. Иди сюда. Да я просто поддавался тебе. Думаешь, ты такой крутой? Следуй за мной и не отставай. Идем. Иду, иду, толстячок. Давай, давай. Я иду за тобой, здоровяк, и я тебя достану. Куда же ты? Что, в ловушку попал? Пора преподать урок. Неужели? Наконец-то вы пришли, братья. Здравствуй. Я полагаю, вы трое члены жестокой банды медведей. Ну что, Хафен, потанцуем? Брат, мы вышли, как только увидели твой сигнал. А что происходит? Поймайте этого мальчишку. Сделаем. Забудь о пощаде, Хафен. На этот раз ты не убежишь. Когда мы отдадим тебя Ниану... Мы будем свободны! Да, мы отдадим тебе в его лапы. Ладно, мальчишка, сейчас ты ощутишь всю мощь медвежьей троицы. Зачем я вам? Чтобы обменять тебя на волшебный свиток твоего полосатого наставника. Когда я заполучу свиток, то раздавлю его как котенка. Я не слышал, чтобы он говорил о волшебном свитке алмазного кулака. Эти хорьки вас обманывают. В следующей серии. Поторопитесь, схватите волшебный свиток. Учитель, ты пришел. Хотен, отойди. Ты нас покидаешь? Куда ты? Учитель, шелуна похитили. Я покажу вам всю мощь алмазного кулака. We'll be right back.
Фильм озвучен студией «Инис» по заказу компании «Централ Партнершип».像你这样的大师手法一定很厉害，横批竖捺勾点着。